Сегодняшняя тема. По словам неназванного собеседника агентства, Министерство обороны завершило мероприятия по ликвидации ГУВ, которые начались в декабре прошлого года. При этом он подчеркнул, что первоначально институт планировалось ликвидировать к 2013 году. Из 11 кафедр ГУВ было ликвидировано 8. Оставшиеся 3 кафедры – военно-полевой хирургии, терапии и организации медицинского обеспечения – продолжат работу на базе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. В ходе реформы ВСРФ военно-медицинская служба подверглась наиболее радикальным преобразованиям из всех подразделений Минобороны. В 2009 году офицерский состав военных медиков был сокращен почти в 3 раза, с 15,9 тысячи человек до 5,8 тысячи. Гражданский персонал военно-медицинского управления сократился со 145 до 97 тысяч человек. Помимо этого были ликвидированы 3 военно-медицинских вуза, более 30 госпиталей военных гарнизонов и десятки военных поликлиник в различных регионах РФ. Источник – medportal.ru. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.